Аля, я же тут этого заставку, когда рисовал кролику вчерашнему, вот этого типа итальянского геймера сгенерировала нейросеть. Плюс я сюда добавил, значит, флаг на наушники ему, ну, мало ли, кто-то не поймет, что это, типа, итальянец. Ну и самое главное, чтобы точно все поняли, что это итальянец. То есть, мало ли, флаг кому-то не даст понимания, что это человек из Италии. Я вот эту руку ему приделал же. Чтобы точно было понятно, блядь, что это итальянец. Да-да, я. Пожалуйста. Я запустил красный фаер. Чтобы они сюда точно все сбежались? Да у меня их там много что-то накопилось. Запускать их что ли хоть? Таркони бегает, чел. Как его еще видишь? Я еще и ранил его. Кого там выстрелил? Это не он. Это Ремингтон. Упал он, конечно, забавно. Так, я к старой смещусь там по контролю. Ну, где он упал? Прям на горочке, на такой маленькой. На большой чел что ли лежит? Или там труп, я не пойму. РГОха. Это медичка? По-моему. Чуть не охренела. Ну, чувак, ты ж подошел. Че там, полгода утаться будешь? Чем даже не на втором этаже? Идет ко мне, бежит. Штаныч. Убивай. Ты же в позиции. Да. Здесь контейнер это такой. Отбегаю в старый. От старой КГС. А был у забора. Наверное, сместился в эту яму. Что-то не вижу там холмик. По лестнице поднимаюсь. Угу. А, ты тут и стрелял? Угу. Сюда не видно. Я ему попала, но не убила. Бил типа на большой. Так, подбегу к секретке, к СТО. Ямку попробую посмотреть. Моя тоже. Я в яме. В яме его нет. Вот контейнер зеленый, короче, к медичке, который у забора, понял? Ну-ну.
Вот там вот он последний раз я его видела. Но я не вижу труп, я не могла его убить. Ну, отступил, видимо. Старая. Я слышу. Посмотришь? Угу. Не знаю, откуда посмотреть. Почему его убил некто с Ремингтоном? Там Ремингтон потом стрелял после тебя. Серьезно? Да. Я думала, не по твоему, а по тебе. По моему он его убил. Мы с ним в раз выстрелили. Да. Он еще и залутал его, успел, подошел. И куда ты делся? Убил кого-то на перроне. Ремингтон громкий, да, был? Да. Капец, каков шанс. Нашел Ремингтон. Ну, сейчас я его убил. Да, ничего не было. Ты бегаешь? Я побежу, где он. Ты бежишь? Да. Сейчас с подвала буду подниматься. Я гляну сначала второго, просто посмотрю, есть он или нет. Это место такое, не хочется туда загружено идти. Первого гляну, поближе к себе обратно вернусь. Не, свалил. Свалил. Возвращаюсь. Это ты сейчас с какой стороны бегаешь? Сейчас к пациенту, к центру подойду, ближе к ГСке. Смотрела забор. Сейчас в центре. Ближе к тебе. Угу. Вот он. Что за выстрел? Нет, это далеко. Та же самая СКС-ка. Не убили. Челобот. Думал, это ты. В смысле я, блин? Я не внутри. Так звука нету. Ты так и говоришь, я бегаю. Я слышу, кто-то бегает. Думал, ну ты, значит... Значит, как ты бегала, вообще никакого звука не было. Это он бегал все это время. Улталась. А, ты сидела, лутала? Я только села, я даже не успела лечь. А.
Я вынесу тебя. Капец, как он в тайминг прибежал. Выхожу. Наушники бери. Получается, только одного убил. Капец, он у меня украл фраг. Я же четко в затылок тому типу стреляю, он падает, и я просто, ну, идеальный тайминг. А это, кажется, чела убил. Если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.